меняю обстановку. Сидит, ждет. Только не трогай ее. Выдашь себя, провалим операцию. Понял. Здесь все плохо. Ее сейчас убьют. Группа уже выдвигается. Сам не вмешивайся. Слышишь? Я считаю до трех. Или ты говоришь, или все это заканчивается. Я не знаю, где. Я сама его ждала. Раз. Два. В общем, три. Я пошел. Я запрещаю! На, полюбуйся. Капитан? Ха, капитан! Этого капитана ФСКН 6 месяцев внедрял. Теперь он лежит в коме. Моли Бога, чтобы он выжил. Сань, я тебе говорил, не влезай туда, куда не надо! Ее побили. Это была не наша операция. Ты опять влез, куда не надо. Если он выживет, за твои старые заслуги тебе ничего не будет. Короче, генерал уже все знает, к нему можешь не ходить. Да, и вот что еще. Теперь тебя отстранили от всех дел. Радуйся. Все, Сань, ищи теперь себе другую работу. Тебя считают предателем. Угу. И не надо так на меня смотреть. Разрешите идти? Да ладно! Начинаешь тоже.
проверь, там что-то это вы. И быстрее. Света, быстрее. Ага. Мне пора. Да. Кирилл. Доброе утро. Доброе утро. У нас ЧП. Пытались ограбить твой кабинет. Погиб один из охранников. Как погиб? Кто это сделал? Его поймали? Нет. Он проник в здание. Явно еще днем. А после убийства сбежал через черный ход. Кирилл, он все... забрал из твоего сейфа. Да в этом сейфе ничего не было. Как не было? А где материалы? Я все забрал. Копию уничтожил. Хочу передать сегодня или завтра в Министерство обороны. Как в Министерство обороны? Мы же все хотели продать азиатскому технологическому. Ты что? Лев Константинович, Восточно-Азиатский технологический университет фактически является резиденцией иностранной разведки. Передать технологию Золотого Глаза им значит совершить антигосударственный акт. Китайцы дают такие деньги. Где тут деньги? У нас человек погиб, понимаете? Ладно, я скоро буду. В сейфе ничего не было. Он отдает все Министерству обороны. Сынок, привет. Ты еще не оделся, я же везу вас к Кате. Папа, можно я сегодня не поеду? Ну хорошо, не поедешь. Слушай, Саша, у меня есть одно дело очень-очень важное. Пап, мне надо в туалет. Ну давай. Здравствуйте. Вы что-то хотели? Начальник службы безопасности вы? Я. Тело увезли полчаса назад. Угу. Дознаватели работают внизу. Понятно. Соберите все руководство института в каком-нибудь большом кабинете. Пожалуйста. Саша, быстрее кушать! Светочка, сейчас. Ты помнишь, мы с тобой играли в координаты? Да. Повторим?
Да зачем? Я и так все знаю. Да ну. Ну-ка. Питер. 59 градусов 57 минут северной широты. 30 градусов 19 минут восточной долготы. Молодец. Канберра. 35, 18, 149, 8. Абу-Даби. 24, 28, 54, 22. Пап, я есть хочу. Саша, самое главное, запомни эти числа. 55, 45, 4,73, 37, 36, 30,28. Повтори. 55, 45, 4,73, 37, 36, 30,28. Молодец. Хорошо. Ну, давай. Я тебя очень люблю. Пап, сейчас мама ругаться начнет. Ну, хорошо. Все, беги. Беги. Главного. Хорошо. Свет, я вас высажу на въезде в город. До Кати доберетесь сами, у меня ЧП на работе. А что случилось? Да. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Это Олег Коломейцев из Министерства обороны. Где вы сейчас? У меня ЧП на работе, вы, наверное, в курсе. Еду туда. Ни в коем случае не покидайте дом. Как я могу не покидать дом, когда у меня в кабинете погиб человек? Это очень опасно, слышите? Это очень опасно. Произошедшие на загородном шоссе. Напомню, что примерно 15 минут назад поступили новости о взрыве иномарки. Причина взрыва пока не установлена. По уточненным данным, в машине находились 5 человек. Мужчина, 2 женщины и 2 детей. Они двигались из поселка Леонтьевка в сторону Москвы. На месте происшествия работают подразделения МЧС. Сегодня как... Алло? Катенька, как ты? Все нормально, а вы как? Ты только не волнуйся. Все в порядке? Кирилл, они ехали в город. Машина... Что-то случилось? Подождите, авария? Что с ними? Все в порядке? Нет, машина взорвалась. Их больше нет в живых. Нет, это ошибка. Скажите, что это не так. Катенька, успокойся. Лев Константинович, пожалуйста, я... Это ошибка. Скажите, что... Катя, я не могу сказать, что это ошибка. Подождите. Мне звонят из Киришиного дома. Сейчас я... Алло? 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 Сашенька? Кать? Господи, слава богу, он живой. Скажи, все хорошо? Где папа? Позови папу к телефону, пожалуйста. А папа уехал. Они к тебе поехали, я дома один. А на сколько минут пиццу разогревать? Катя? Кать? Саша? Ты меня слышишь? На одну минуту. Я сейчас приеду. Алло? Сашенька, я сейчас приеду, слышишь меня? Я лечу, Сашенька, я...
Здравствуйте. Ваш отдел прислал мне записку о работе вашей программы. Честно говоря, я ничего не понял. У вас есть что-нибудь на человеческом языке? Есть выступление одного из авторов на совещании Минобороны. Там вроде по-человечески. Сейчас пришлю файл. Угу, понял. Спасибо. Уже можно говорить? Ну, значит, так. Прикладная часть нашей программы заключается в том, что мы можем видеть все, что происходит на любых территориях, где находится хоть какой-либо прибор, имеющий кристаллический экран и подключение к интернету. Например, сейчас есть много модных холодильников, которые что-то сами заказывают в магазине. Или же видеодомофоны, подключенные к общей сети охраны. Ну и, конечно, компьютеры, телефоны, телевизоры. Их мониторы после подключения нашей программы превращаются в микрофоны и камеры. А что такое мой голос? Это звуковая волна. А что такое мое движение? Как вы видите, это световая волна. И все эти волны улавливаются кристаллическими мониторами. Программа записывает их как набор цифровых команд, которые по линии связи интернет сбрасывает сигнал в головной сервер. И там в бой вступает опять наша программа. Происходит волшебство. Из непонятного набора цифр и пробелов возникают картинка и звук. Вот такой вот золотой глаз. Прямо не хуже, а я считаю намного лучше, чем у Джеймса Бонда. Ну что же, будем бороться за эту программу. Что-то случилось? Кать, все нормально? Кать, ты плакала? Что? Авария? Они в больнице? Кать, пойдем. Кать, пошли, вставай. Катя, пошли. Пошли, Катя. Катя! Они придут? Никогда? Алло. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Колесников. Это Екатерина Журавлева? Да. Я из Федеральной службы безопасности. Нам необходимо срочно встретиться. Я в доме у брата. Здесь сын? Его сын. А! Екатерина, что у вас происходит? Катя, алло.
Как ваше самочувствие? Я тот самый Владимир, который вам звонил. А что с ребенком? Где Саша? Его похитили. Как похитили? Господи, кто похитил? Почему? Как? Следов пока нет, но мы его ищем. Вы в курсе технологии золотого глаза? Что вы делаете? Мне надо идти. Куда вы собрались? Мне надо найти Сашу. Успокойтесь. Оставьте меня в покое. Вы кто такой вообще? Сядьте! И выслушайте. Девчонка. Вашему брату предложили практически миллиард за его технологию. Но он решил отдать ее российскому Министерству обороны по более низкой цене. Это все произошло позавчера. Вчера он появился в лаборатории, забрал все материалы, копии сжег. Подписание контракта должно было состояться завтра. Ну, соответственно, с передачей кодировки, без которых программа работать не может. Ну, я ничего об этом не знаю. Я работала над проектом в самом начале. Но потом Кирилл сказал, что это мне не нужно. Это как-то связано с похищением Саши? Я думаю, да. Как выясняется, за Кириллом уже давно следили. Мы обнаружили у него на работе, в лаборатории, везде камеры видеонаблюдения. Подождите. Подождите, но вы же знали, какой важный проект, над которым работает мой брат. Он же шел с вами на контакт. Почему вы не обеспечивали ему безопасность? Да предлагали мы ему защиту. Ваш брат оказался слишком самонадеян. В конце концов, он же передал вам материалы. Не совсем. Послушайте, Катя, нам нужна ваша помощь. Подумайте, где он мог хранить кодировку золотого глаза? Подумайте, вспомните. Я не знаю. И вообще мне это не интересно. Мне интересно, что с моим племянником. Он один, вы понимаете? Он остался единственным в живых из всей моей семьи, вы это понимаете? Зачем они его похитили? Для чего? Это же ребенок! Может быть, хотели вас шантажировать, может... Да, меня бы и похитили. Нет, это какая-то чушь. Подождите, а может, это вы его похитили, а? Что? Может быть, это вы его похитили, чтобы было легче разговорить меня? Говорите! Говорите, я сказала, это вы! Успокойтесь. Уберите руки. Пожалуйста, руки уберите. Катя, ваш брат был талантливый ученый и отличный организатор. Его гибель – это огромная потеря для нашей страны. И мы его не уберегли. Я не уберег. Дайте пройти. Выздоравливайте. Я свяжусь с вами. Правильно сделала, что пришла. Что? Пора вступать в право владения. Какие владения? Ну, ты же единственная наследница. У Кирилла есть наследник, это его сын, и он жив. Извини, я не это хотел сказать. Просто Сашка еще маленький, и опекуном назначить тебя, пока... Пока узнаю, есть ли какие-то новости. Новости есть у меня.
Самое главное, Саша жив. Слава Богу. Единственная проблема, Катя, то, что он находится на базе боевиков в Турции. Как? Заказ на убийство вашего брата, а потом на похищение вашего племянника выполнила террористическая группировка под прикрытием турецких спецслужб. У них есть понимание того, что Саша является ключом к технологии Золотого Глаза. Почему вы так решили? Нам удалось поставить под контроль их систему связи. Террористы уже предложили заплатить за мальчика нескольким покупателям 25 миллионов евро. Господи. Да, им нужны только деньги. Сегодня утром главарь банды сократил срок предложения о продаже вашего племянника до 4 дней. И что нам делать? Это новый покупатель. 27. Мальчишку нельзя продавать дешевле 30. А если мы заставим его говорить, то может быть и за все 50. Поторопи эту врачиху. Пусть быстрее копает, что у него там в голове. Да, босс, сейчас сделаю. Вы имеете право знать правду. На покупку мальчика имеется 3 претендента. Двоих мы не знаем, хотя догадываемся. А третий мы сами. Победит тот, кто заплатит большую сумму. Сделка может состояться в любой момент, но не позднее, чем через 90 часов. А что будет с Сашей после того, как его отдадут? Если он не попадет в наши руки, его следы могут потеряться. Вы так легко об этом говорите? А что вы делаете, кроме того, что пытаетесь просто выкупить ребенка? Это территория чужого государства. В деле замешаны сильные иностранные спецслужбы. Поверьте, мы не сидим, сложа руки. Извините. Алло, здравствуйте. Это Екатерина Журавлева, дочка Михаила Журавлева. Попросите, пожалуйста, Владимира Сергеевича о встрече. Скажите, что наша семья попала в беду. Тебя здесь никто не обидит. Здесь все вокруг хотят, чтобы у тебя было хорошее настроение. Ты только скажи, что сказал тебе отец. И ты пойдешь домой. Не бойся, нет, только скажи, что папа сказал. Выйдите из комнаты, пожалуйста. Оставьте нас с мальчиком вдвоем. Владимир Сергеевич, мне надо спасти Сашу. Я знаю. Поверь, делается максимум. Но как им удалось похитить мальчика и увезти его за границу? Неужели это так легко? А сейчас они все говорят, что не сидят сложа руки. Ну, пожалуйста, вы же можете организовать какую-то операцию, послать агентов, каких-то людей. Но ведь это маленький мальчик. Это сын ученого, который погиб из-за того, что все хотел оставить в этой стране. Катя,
я понимаю, как тебе тяжело. Просто надо успокоиться и поверить. В жизни редко бывает, как в кино. Алло, Лен, да, да. Ты же в курсе, что у меня случилось? Да, спасибо. Слушай, твоя сестра, она же была замужем за турком. По-моему, был какой-то бандит, да? Прости, не бандит, бизнесмен. Мне очень нужна его помощь. Слушай, может быть, у него есть какие-то друзья-бандиты там, в Турции? Алло, алло, Лена, алло. Вы что, за мной следите? Да, следим. И более того, прослушиваем ваш телефон. Не звоните больше никому, Катя. Это незаконно. Незаконно? Это вы мне говорите про какой-то закон? Да. Мой брат, его жена и дочка погибли. Какие-то ублюдки торгуют моим племянником. И вы мне говорите про закон? Это вы во всем виноваты. Вы допустили, что все это произошло. Екатерина Журавлева! Катя! Постойте! Да подождите, Катя! Что вы... Не трогайте меня. Лучше скажите, что мне делать. Стройте из себя Джеймса Бонда. Я прошу вас, пожалуйста. Скажите правду. Как я могу спасти своего племянника? Ну, пожалуйста. На минуту. Все уже решено. Мальчика нам уже точно не продадут. Если он сейчас попадет к покупателю, то следы его потеряются. Остается единственный способ. Только его отбить. Наша контора на это не пойдет. Зачем вы мне про это говорите? Вы точно готовы на все? У вас деньги есть? Серьезные деньги? Я знаю, что есть. Я вам назову имя человека, на которого можно будет сослаться. Только на меня ссылаться не надо. И телефон заберите. Джибраила Махмудова. Пароль. Изумруд. Валера Сотников передавал вам привет. А чего вы решили, что мне кто-то привет передавал? Мне показали вашу фотографию. И что?
Мне надо съездить в другую страну и забрать оттуда ребенка. В чем проблема? Езжайте и забирайте. Поймите, мальчика охраняют вооруженные люди. Я знаю, сколько вы берете. Моих денег хватит, поверьте. То есть вы им предлагаете поехать в чужую страну, кого-то там убить, найти какого-то мальчика и вернуть его в Россию, да? И вы это предлагаете первому встречному. Извините, мне этот разговор не нравится. До свидания. Подождите, пожалуйста. Пожалуйста, подождите. Выслушайте, дайте мне минуту. Мой брат, его жена и дочка погибли. Его сыну 10 лет. Они похитили его и увезли в Турцию. Они думают, что он знает какую-то тайну и хотят продать его за огромные деньги. А что будет потом, когда они поймут, что он ничего не знает? Или когда ему удастся вытащить из него какую-то информацию? Ну, понимаете, о чем я говорю? Это самый близкий мой человек. И у него, кроме меня, больше никого нет. Я не знаю, кто вы такой, и знать не хочу. Но если вы убьете этих подонков и поможете спасти мне моего племянника, я клянусь, я отдам вам все, что у меня есть. Если все так плохо, что в полицию не идете? Или в ФСБ? Именно они и прошляпили гибель семьи моего брата. Он погиб, потому что он отказался продавать свои разработки иностранным спецслужбам. А сейчас они смотрят, разводят руками и говорят, что они не могут ничего сделать. Понимаете? Что это территория другого государства. А как? Как мне жить после того, как он погибнет? Ну, кому я должна сказать, что не смогла ничего сделать? Пожалуйста. Если это так, и вашего брата предали, то предательство это по моей чести. Я помогу вам. Давай, пока. Данные о местонахождении мальчика есть? Есть. Все это пахнет крупной подставой. Да, но поймите, у меня нет другого выхода. Через 70 часов след Саша уже будет потерян. В общем так, запомните адрес. Третий проектируемый проезд Владимир 17. Угу. Будьте там через 5 часов. И возьмите с собой деньги, если вы в курсе расценок. А простите, можно... Да, мне еще понадобится хорошая, мощная машина. Можно через 6 часов? Банки открываются только в 8, я не успею снять деньги. Только не позже, Екатерина. Хорошо, а откуда вы знаете мое имя? Иногда я смотрю новости. Thank you.
Это все? Все. Не густо. Должно приехать 6 человек. Сразу говорю, я их не знаю. Заказал через профсоюз. Надежные люди? Лучшие. Стрелок-диверсант-переводчик, стрелок-водитель, стрелок-специалист по связи. Стоит рискнуть? Шансы маленькие. Поднимите до 200 каждому. Я согласен. Поддерживаю. Значит так, 800, угу. Плюс деньги на оружие. У меня только 450. Но потом будет еще, по возвращению. Так не пойдет. У меня хороший опыт работы с вами. Я думаю, я дам гарантию. У нас очень мало времени, давайте заниматься документами. Ты откуда будешь? Может, без лишних вопросов, командир? Скажу одно, что с турецким у вас проблем не будет. Говорю почти без акцента. Мои деньги нужны мне сейчас. На отсрочку я не готов. Мне бы хоть бы половину. Я тоже без всей суммы не пойду. Послушайте меня. Вот здесь находятся все деньги заказчика на данный момент. Плюс нам нужно на дорогу и на оружие. Ну, пускай решает. Не войнушку идем играть? В общем, есть тут одно местечко, где можно разживиться. Анализ перемещений Журавлева за 3 дня до гибели. Там есть 2-часовой пробел. Какой пробел? Спасибо. Так. Как интересно. Лев Константинович. Алло. День добрый. Владимир? Да, извините. Пару вопросов. Давайте, давайте. Скажите, вы же хорошо знали привычки Журавлева? Ну, так, неплохо. Я к чему говорю? За день до его гибели он посещал Министерство обороны на Арбате. А после этого, в течение 1 часа 45 минут, он отсутствовал где-то и не выходил на связь. Причем машина его оставалась на парковке. Как вы думаете? Что он мог делать в этом районе все это время? Не знаю, что сказать. Я сам тогда звонил ему. Он не ответил. Но тем более нам важно знать, что он мог делать в этом районе целых 2 часа. Понятия не имею. Может, там есть какие-то... Офисы ваших партнеров, банк. Например, мог пойти в библиотеку имени Ленина. Она рядом. Да ну что вы. Кому нужны эти библиотеки? Сейчас все есть в свободном доступе. Ну да, это я понимаю все. Но все-таки постарайтесь вспомнить. Что бы это могло быть? Это очень важно. Спасибо, извините. До свидания, нет. 1:45. Интересно. Значит так, деньги вывозят под утро. Обычная машина, может быть, микроавтобус. Бронированная? Я сказал, обычная машина. Охранников 2 или 3. Даже бронежилетов не надевают. Действуем, как договорились. Никого не трогаем, забираем деньги и уходим. Ясно? Thank you.
машину точно не пойду. Я ж тебе сказал, обычная машина. В чем проблема-то? В машине штатив и видеокамера. У вас журналистская аккредитация. Контакт человека по оружию получите на месте. Вылет через 3 часа. Сходу. Здравствуйте. Русские летят. Сколько им надо? Немало. У нас столько нет. Парни, в чем дело? Остыньте. Мы друзья. Заткнись. Не волнуйтесь. Наши друзья порекомендовали вас. Давайте займемся делом. Заткнись. Иди сюда. Не делайте этого, хорошо? Не делайте этого. Заткнись. Дай мне деньги. Окей. Сюда?
Заводи оружие. Бульда. Грузовик. Открывать кузов. Что случилось, мальчик? Ты не голоден? Ешь. Владимир? Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Да. Я, кажется, понял, где эти 2 часа пропадал Кирилл. Он как-то мне говорил, что если в наш цифровой век хочешь что-то сокрыть, нужно скрыть в аналоге. Подожди, в дверь стучат. Дверь никому не открывайте, я рядом скоро буду. Алло, алло, профессор! Да что такое? Алло! Как меня слышно? Вы нас слышите? Я вас слышу, да. Свяжитесь с группой слежения. Да, и группу захвата срочно на квартиру Ковалева. Ребята, срочно! Так точно. Значит так, мы находимся вот здесь. Мальчика держат здесь, это где-то примерно в 6 километрах отсюда. Ближайший населенный пункт – это небольшая деревня, там 35 домов. Находится в 3 километрах от нас и в 5 километрах от базы боевиков. К боевикам ведет вот одна дорога. Рядом находятся еще 2. И в километре большая региональная трасса. Завтра нужно выяснить, где находится полиция, чтобы рассчитать время их прибытия до деревни, до трассы и до ее поворота к базе боевиков. С утра тебе нужно наладить связь, чтобы в определенный момент лишить их связи. Да, это будет трудно. А кто сказал, что это будет легко? До обмена мальчика у нас осталось примерно 40 часов. Может, это произойдет даже и раньше. Так что времени у нас нет, нам надо решить. Либо мы будем отбивать его в дороге, либо нападаем сами. Данные свежей спутниковой съемки? И откуда такая уверенность в сроках обмена? Вдруг это вообще подстава? Ну, завтра и проверим.
Конечно, мы проверим завтра. Завтра мы полезем на рожон, и нас покрошат в мелкую капусту, а потом выяснится, что мальчика там и не было, так? В Москве нужно было думать об этом. Пока не будем уверены, что мальчик находится именно там, на рожон не полезем. Ирбит, ответьте первым. Что у вас происходит? Привет. Пистолет брось. Тебе ничего не будет. Брось, говорю! Лев Константинович! Лев Константинович! Чей снайпер? Я говорю, кто стрелял? Это не мы, группа в 300 метрах. Что? Только у меня есть еще один вопрос. Я не думал, что так много нужно будет убивать. Поэтому денег надо в 3 раза больше. Иначе я никуда не поеду. Согласен. Меня муж не считать. Ну, мне деньги бы не помешали. Подождите, мы с вами уже договорились. Стоп. Что значит мы договорились? За оружие мы не расплатились. И потом я услышал, что у тебя будет нехилое наследство. Поэтому решай. Даешь добро, я буду работать. Бабки вернешь потом. Хорошо, если отобьем мальчика и вернемся домой, денег будет в 3 раза больше. Вот это другой разговор. Ну и славно. Прости, это наемники. Нормально. Кушать будешь? Как Лена поживает? Не в курсе. Мы расстались. За что мы тебе платим? Сколько уже времени ушло, чтобы заставить говорить этого мальчишку? Поймите, ребенок пережил шок. Вы же видите, он вообще не говорит. Он может никогда не вспомнить то, что вам нужно. Никогда? Он должен вспомнить это в ближайшее время, или я не знаю, что я с ним сделаю. Не надо, не трогайте его. Я постараюсь, очень постараюсь его разговорить. Мне только нужно время. Времени у тебя один день. Иди хорошенько об этом подумай. Двадцать пять слишком много. Мы готовы на 5. Я сказал что-то смешное? Позвоните, когда будете готовы. И на всякий случай я тут пригласил врача. Она думает, наш мальчик скоро все вспомнит и заговорит. Тогда цена повысится вдвое и не только для вас. Готовьте ваш вариант. И деньги готовьте тоже. Хорошо. Черт, тебя подери. Ты чего не спишь, а? Завтра тяжелый день, надо выспаться. Хочешь, я снотворное принесу тебе? Принести? А почему ты не захотел лишний гонорар? Я же уже согласилась. Я знал, на что иду. Я пошел на твои условия. Точнее, ты на мои. Не люблю менять правила. И потом надо признать, шансов, что мы все останемся в живых, практически нет. А разве они это не понимают? Они это знают. Но им нужно убивать. Им все равно, как это делать. За деньги или просто так. Они отступники. А ты?
такой же, как они. Уж я уже и стал таким. Ладно, это пустой разговор. Надо выспаться. Ложись спать. Не бойся. Тебя здесь никто не обидит. Что сказал тебе отец? Если ты вспомнишь, что сказал тебе папа, тебя отпустят домой. И ты поедешь своим игрушкам. Вспомни, это очень важно, слышишь, сынок? Очень важно. Ты поедешь домой. Турки хотят за мальчика 25 миллионов. С чего бы это? Мальчик того не стоит. Думаю, их контакт турецкой разведки сообщил им, какой важности программой занимался его отец. И они решили погреть руки. Не стоит повышать цену. К тому же я им не верю. С ними всегда так. Согласимся на 25, они поднимут до 40. Полностью согласен, господин. Но у нас есть конкуренты, и их денежные ресурсы позволят им вступить в торг. Ничего не отвечай, подождем. Если через сутки они к нам опять обратятся, значит, с конкурентами у них тоже не получается. Хорошо. О, что себе? Здорово, как дела? Ну что, договорились? Да, еще. Здорово. Ладно, иди сюда. Короче, надо. Вон, видишь? Да. Вот эта гора. Мне нужно на ней полетать. Ты мямлишь с ним. Скажи, что если он не вспомнит, что сказал его отец, я его сброшу со скалы. Переведи ему. Точно переведи. Саша, Саша, сынок, я тебя очень прошу. Это очень важно. Иначе будет очень плохо, Саша. Пожалуйста, помни. Сынок, помни. Ты что-то не так переводишь. Он не понял, что я ему сейчас голову откручу. Это же мальчик, ребенок. Hadi, hadi işine bak. Fresh air. Enter. Oh shit. Черт, кто это? Эй, man, парни, расслабьтесь. Эй, куда вы? Кто вы такие?
что вам надо? 5 минут. Стой. Туда нельзя. Стрелять буду. Мы не понимаем вас. Эй, парни, расслабьтесь. Стой, куда идете? Стойте. Стой, туда нельзя. Стрелять буду. Что ты хочешь? Стой, туда нельзя. Стрелять буду. Что? Что ты сказал про мою мать? Руки вверх. Хорошо, хорошо. Поднять руки вверх. Руки вверх. Эй, парни, расслабьтесь. Турок, что ты хочешь, турок? Что вы сделали? Что вы натворили? У нас тут проблема. Тут, кажется, туриста убили. Что? Кого вы убили? Сукин сын. Что вы наделали? Идиоты. 5 человек со мной. Кажется, туристы. Они слишком хорошо подготовлены физически. У них ничего нет. Погрузите их в машины и увезите. Поехали отсюда. Убирайтесь отсюда. У вас есть решение? Какое? Заплатить вам за какого-то ничего не знающего мальчика 25 миллионов? Нет, я не готов что-то обсуждать. Я только что отправил вам видео его последнего разговора с отцом. Взгляните, потом поговорим. Машины, мальчика не видно. Но в одну комнату специально носит еду. Порции маленькие. Да, там еще женщина, наверное, присматривает за ребенком. Надо штурмовать. Во сколько начинаем? Думаю, 5:00. Как уходить будем? Если все пройдет удачно, наша задача доставить Катю и ребенка в российское консульство в Трабзоне.
Дальше расходимся. Паспорта у вас есть. Сами знаете, что делать, не маленькие дети. Короче, дом штурмовать будет тяжело. Надо найти человека, который изнутри в нужный момент откроет нам дверь или отвлечет внимание от ворот. Да, это было бы идеально. Но такого человека нет. Есть. Покажи, как с этим обращаться. Иди сюда. Стой! Кому говорю, стой! Смотри! Откуда она здесь? Наверное, кто-то выкинул ее. Да, она пьяная. Что ты тут делаешь? Поехали с нами, сажай ее. Выходи, я поеду. Здравствуйте. Встань, пожалуйста. Что надо? Мы с тобой почти одного роста. Отлично. Унесем ее в мою комнату. Надо в уборную, чтобы быть самой красивой для вас. А мне мама говорила, что в Турции самые лучшие мужчины на земле. Hey, what the fuck you want, что bitch? Тебе надо? Get the fuck out. Пошла here. Отсюда. Come on. Отлично. Здравствуйте. Где хозяин? В доме. О, малыш, ты заждался. Какой ты горячий. Как же твой друг? Давай побыстрее. Хорошо, проведем время. Вы кого привели? Там проститутка хорошая, тебе понравится. Вы что, придурки, не поняли? Сюда нельзя никого приводить.
К нам приехала полиция. Спасибо. Идиоты, сколько им говорить надо, придурки. Да. К нам подходят двое полицейских. Я иду. Здравствуйте. Что вам нужно? Что вы здесь забыли? Им нельзя здесь находиться? Судя по машине, ты из участка в Гербеле. Проститутка, которая сбежала от нас, находится в вашем доме. Мы точно знаем. Немедленно выпустите ее. Ты что, не знаешь, что вам сюда нельзя? Мы полицейские, нам можно везде. И у вас здесь наш клиент. Наташа! Наташа! Слушай, ты свяжись со своим начальством и скажи, куда ты заехал. Посмотри, что он с тобой сделает. Напали. Мальчика убрали, везут в вашу сторону. Переводите их в деревню. Быстрее, на нас напали.
Что это было? А ты не видел? Захар вырубил катер, похитил ребенка. Значит так, выходим на трассу. Там много машин. Будем двигаться в сторону трап-зоны. Для Захара трап-зона – это лучшее место для отхода. Ясно? Отлично. Все, идем. Идем. Все, пришли уже. Давай, садись. Тихо. Фляжку давай. Пей. Тебе на память. Тряпку дай. Быстрее. Быстрее. Твою мать! Прижди. И кто предатель еще? Кто? Ты успокойся, голос понизь. А ты не командуй, не командуй. Ты позвал его и провалил операцию. Вообще-то вы с ним друг друга знали лучше, чем я вас обоих. Это не важно. Что будем делать? У Захара было явно план отступления. И, скорее всего, в Турции его уже нет. А где он? Где теперь искать Сашу? Я не знаю. А может, ты подумаешь, командир? Отступать-то некуда. Я сейчас вернусь. Ты куда?
Да. Доброй ночи. Допустим. Мы тут в турпоездке, в которую вы нас отправили. Никуда я вас не отправлял. Отправляли, отправляли. Так вот, мы тут активно все посмотрели, пообщались с местными жителями, даже приобрели сувенир. Так вот, дело в том, что один из нас очень жадным оказался. Ну, тот, который в Иордане гостил. В Иордане? Да-да-да. В общем, он забрал сувенир и уехал куда-то. Мы все очень расстроились. Просто хотим его найти и забрать сувенир. Так. А вы как организатор турпоездки должны нам в этом помочь. Да, еще кое-что. Этот турист, ну, перед тем, как уехать, он нашу девушку по голове погладил. Так что она чуть к брату своему не отправилась. Я вам перезвоню. Деньги будут, когда я его увижу. Он в порядке? В порядке, в порядке. Деньги где? Можем за ними съездить. Привезешь, куда я скажу. Ты уверен, что это он? Поверни его лицо ко мне. Ваш человек мертв. Денег при нем нет. Мальчик со мной. Если хотите его получить, заплатите столько, сколько я скажу. И немедленно найдите способ вывести меня из этой гребаной Турции на нейтральную территорию. Телефон будет включен 15 минут. После этого я продам мальчика кому-то другому. Или убью его. Как мне захочется. И без глупостей. В чем дело? Стой! Сидеть! Туда! Быстро! Успокойся! Нам нужно было забрать мальчика. Мы его забрали. А то, что она отдала его, это не мое дело. Так что до свидания. Ты успокойся. Я спокоен! Вместе будет легче выбраться. Это ты так думаешь. До свидания. Оставь его. Твою мать! Да. Алло. Слушай сюда. Значит так, система такая. Ваш друг уже на пути в Батуми, будет там в течение часа. Все. Я понял. Захар с Сашей через час будут в Батуми. Быстро. Что? А что нам делать? Нам надо ехать в Батуми? Нам надо ехать домой. Как домой? Я не могу ехать домой. Я без Саши домой не поеду. Вы что, не понимаете, что они его убьют? Они его убьют, как только получат то, что им нужно. Ну, пожалуйста. Да что вы за люди?
вас вообще нет ничего человеческого. Все, езжайте куда хотите. Только скажите, как добраться до Батуми. Тихо-тихо-тихо, успокойся. Ты знаешь, как нам отсюда выбраться? Утром надо кое-кого-то навестить. Хорошо. Забрать посылку не удалось. Курьер требует доставки до нейтральной территории. Борт заказан. Требуется схема дальнейшей транспортировки. Все надо делать самому. Хотя, может, в этом и есть свои плюсы. Может, ты хочешь сока? Хороший мальчик. Это ваш сын? Племянник. Через 15 минут мы сядем в аэропорту Батуми. Все нормально? Давай, поспи. Вижу, меня вспомнил. 7 лет назад я спас твоего брата. Мне нужна помощь. Что надо? Максимум сегодня ночью мне надо оказаться в Батуми. Ну, или мне еще раз сказать, что ты мой должник? Сколько вас? Трое. Ровно в полночь вы должны быть здесь. Это 2 часа на машине. Это вы вчера шумели в горах? О чем ты? Не понимаю. Вы не могли подождать, Роберт? У меня время обеда. Извините, сэр, турки потеряли мальчика. У них побывали гости с его родины. Надеюсь, это нам сильно не помешает. Не помешает, сэр. А теперь дайте я доем. Уже проснулась? Пить будешь? Держи. Спасибо. А ты не спал? Да ничего страшного. Сейчас полчаса посплю, ты меня посторожишь. Скажи, мы найдем Сашу? Мы сделаем для этого все возможное. Я не это хотела услышать.
Всем нам хочется, чтобы желаемое стало реальностью. Человек кормится надеждами. Как ты стал таким? Каким? Ну, не знаю. Смелым. Сильным. Наемником. Смелым, сильным. В общем, приехал в Москву, хотел поступить. Не поступил, стал наемником. Такой ответ тебе устраивает? Как скажешь. Ну, а ты как докатилась до такой жизни? В смысле? Да в прямом. Я так понимаю, у тебя ни парня, ни мужа нет, да? Ну да, есть такое. Слишком все какие-то мелкие, что ли. А ты хочешь крупного? Наверное, папа в этом виноват. Моя подруга, психолог, говорит, что я всю жизнь ищу такого, как он. Mm-hmm. Смелого, волевого, благородного, с определенными человеческими принципами. О, значит, ты в кого такая? Какая? Ну, такая, как есть. Ты знаешь, не каждая тетя согласилась бы на такое ради своего племенника. Я таких, как ты, еще не встречал. Правда? Да, он нам нужен. Результата нет, но он может появиться. И тогда тот, у кого окажется мальчик, будет на полкорпуса впереди. Нет, схемы вывоза пока нет. Это ребенок, и как все дети, он непредсказуем. Хотя, кажется, я знаю, как мы его вывезем. Gelir misin benimle? Как себя чувствуешь? Нормально. Слушай, командир, надо добраться до Батуми, у нас денег нет. Где достать? Я пока не знаю. Ты думаешь о том же? Будем девочек чистить. Да нет, а что? Вспомним старое. Не-не-не, ты останешься здесь. Я скоро вернусь. Командир, я с тобой. Возвращайся, Катя, это приказ. Гелим бурая. Подошли сюда. Почему так мало? Клиентов нет. Завтра сдашь в два раза больше или выкину с улицы, поняла? Поняла, поняла. Где деньги? У меня никого не было. Мне не из чего платить. Деньги, или я тебя на части порежу, понятно? У меня нету денег, нет. Заткнись. Что ты ревешь?
На. Давай, кругом. Запас повышается в 5 раз. Это не соответствует нашим договоренностям. А мне плевать. Тогда можете обо всем забыть. Подождите, я соглашусь. Но если мальчик достанется кому-то кроме меня, то деньги для вас уже не будут иметь никакого значения. Готовьте деньги. Кто-то забрал мальчика. Думаю, русские. Значит, он того стоит. Соглашайтесь. Ты был под Аргуном? В 2004-м. Нет? А где это? Рыбаки. Я вспомнил тебя. Вас было шестеро. Вы пришли за моим дядей на рассвете и куда-то его увели. После этого вся наша семья бежала. Мы перебрались сюда, в чертову Турцию. Где дядя? Что вы с ним сделали? Извини, друг, ты меня с кем-то путаешь. Никогда, слышишь? Никогда мне больше не попадайся. А все-таки что стало с дядей? Не знаю, но он был плохой человек. Может, все-таки скажешь, откуда ты? А что? Слишком много языков знаешь. Всего свое время. Стойте. Наш друг в казино. Че, куда нам? Туда. Thank you.
Я думаю, он будет внутри. Здесь, кстати, серьезная охрана. Для него это относительно гарантия на встречу с заказчиком на более-менее равных условиях. Есть мысль, как нам вовнутрь войти? Через парадную. Прям так? Конечно. Двое, станьте так, чтобы я вас видел. Где ребенок? В надежном месте. Когда увидим? Когда я получу 25 миллионов долларов и самолет с открытой картой полета. 25 миллионов? Ты что, с ума сошел? В нашем деле таких денег нет. Если я не вернусь через 30 минут, убей мальчишку. Хорошо. А вот это уже глупо. Тебе от нас никуда не уйти.
Да. He wants 25 and open map flight. Он хочет 25 и транспорт без ограничений. He says we have only 30 Говорит, у нас 30 минут. You know, terms are the same. Условия останутся прежними. Пусть будет по-твоему. Что вы сделали? Не волнуйся, не волнуйся. В течение 6 часов тебе надо будет вколоть антидот. И ты не умрешь. Браво, брависсимо! Vuestro grupo de canto es el mejor. Ваш хор лучший. Какие прекрасные дети. Какая у них очаровательная наставница. Ну что вы. Да-да, все именно так. Ваш хор – это именно то, что нужно для нашего благотворительного концерта. Только вы помните, вылететь мы должны уже завтра, правильно? Там pronto? Так быстро? Sí, sí, porque si no, concierto se suspenderá. Да, иначе сорвется все наше мероприятие. Los visados y los permisos. Не волнуйтесь, грузинские визы и разрешения – не проблема. Хорошо? Muy bien. Muy bien. Хорошо. Niños, vamos a ir Дети, a Tbilisi. Мы едем в Тбилиси. Глупо сопротивляться. Мы тебя даже убивать не хотим. Просто условия остаются прежними. Ты нам ребенка, а мы тебе деньги. И расходимся, как друзья. Оружие. Ah!
Они садятся в служебный лифт в правом крыле. Если мы опять потеряли мальчика, нужно ехать в Тбилиси. Потому что Захар общался только с одним покупателем, а в Тбилиси почему-то поехали двое. Звоню ей. Отпусти меня!
Что там? Стой! Дура! Что вам всем жить надоело? Сиди смирно! Нужно быстрее добраться до Тбилиси. Вообще-то нам в больницу надо. У нас не больше получаса. В больницу? Да. Этого нельзя делать сейчас. Я сказал, в больницу. Немедленно! Ну хорошо, я предупредил. Блядь, какой-то мужик по виду не местный. На Порше Каяне синего цвета сбил мужчину на трассе и едет в сторону Тбилиси. У них может же не мальчик. Езжайте на их тачке, ребят. Езжайте. Я вернусь за тобой. Слышь? Обещаю. Езжайте. Все, Сань, давай за руль. Внимание всем постам. Двое мужчин со славянской внешностью угнали полицейскую машину и оставили раненого с огнестрельным ранением. Проснись, Катя, ну пожалуйста, проснись. Развяжи меня, Катя. Убери руку от него. Ты проклят предатель. Что тебе лучше нужно? Я дала тебе деньги, которые ты просил. Слушай, не трогай Катю. Тварь! Не трогай! Заткнешься, убью! Я убью тебя, не трогай его! Саша, ты что? Он больше не будет, пожалуйста! Ах ты, он котёныш! Он больше не будет, пожалуйста! Чего такой хмурной? А я не люблю так действовать на территории чужого государства. А ты привыкай. Не всегда же других подставлять. Раз уж мы вляпались в такое дерьмо по уши, так может ты расскажешь, из-за чего все это? Ну, не хочешь, не говори. Сам догадаюсь, не маленький. Ну, в общем, отец мальчика создал уникальный вирус, шпионскую программу, называется «Золотой глаз». Ну, и любой предмет из мира электроники, подключенный к сети и имеющий кристаллический монитор, ну, любого размера, без разницы, при подсаживании этой программы превращается в камеру наблюдения. Как тебе? Ну, больше скажу, например, стоит у тебя дома холодильник, у него есть маленький дисплейчик, холодильник подключен к интернету, а последние модели такими и делают. Так вот, если загрузить эту программу, то все, что будет у тебя происходить на кухне, это будут видеть и слышать нужные люди. Я уж не говорю про телевизоры и ноутбуки. Интересно. Ну, какой физический принцип? Ну,
Если коротко, у любого монитора есть такая световая чувствительность. Понимаешь, да? Любое движение в помещении, отражение световых там потоков воспринимается монитором непосредственно. Сигнал пересчитывается и преображается в изображение. Так сразу может быть сложно понять. Но примерно так же мы и считываем, если взять там звуковые волны с оконного стекла и узнаем, о чем говорят люди в помещении. Только эта программа в 1000 раз сложнее. Вот так, в 2 словах. Все. Да, сильная штука. Не нужно больше ни прослушки, ни камер, ни людей, которые это все устанавливают, да? Нет. Ясно. Надо поменять машину. Чего? Я говорю, надо поменять машину. Так давай поменяем. Daily report. Tell me, please, where are you going? Почему будет дан только один концерт? Формат благотворительных вечеров не предполагает многократного повторения выступления. Почему решение об организации концерта было таким быстрым? Вы должны понимать, что в деятельности онкологического центра скорость имеет значение. Мы получили предложение от организаторов концерта и, конечно, захотели воспользоваться им как можно быстрее. Потому что результатом завтрашнего выступления прекрасного детского хора из испанского города Севилья станут десятки, а может и сотни тысяч долларов, которые мы сможем оперативно направить на лечение наших маленьких пациентов. Ну что ж, наша пресс-конференция закончена. Завтра ждем всех вас вечером на нашем концерте в театре. О, и вы здесь. Я вижу, вы практикуете туризм по христианским местам. А у вас, вижу, развелась тяга к детям, вернее, к детским хорам. Мне кажется, мы тратим слишком много сил. И русские, они ведь рядом. Мы можем все проиграть. Джеймс, вы практик, я тоже. И я готов договориться. Иначе мальчик отсюда не уедет. Мальчик, о чем вы? Какой мальчик? Я не понимаю, о чем вы говорите. Жаль. Ну, короче, этот ученый получил замечательное предложение из-за рубежа, но отказался и решил продать наши оборонки. Значит, те об этом узнали, пришли к нему, совершили нападение на лабораторию, вскрыли его сейф, в сейфе ничего не оказалось, убили охранника из-за программы. Короче, расстроились, взяли, ликвидировали этого ученого вместе с его семьей. Вот такая история. Мальчик золотой, запоминает легко формулы. Если сейчас его не спасем, его отдадут заказчикам и убьют. Ну что, где будем их искать? Понятия не имею. Нужно найти эту машину. Сейчас Захар предположительно в Батуми, но думаю, едет на них в Тбилиси. В общем, у меня есть один человек. Надеюсь, он нам поможет. Машину видишь? Ну? Быстро в нее. Быстро! Как отель, мадам? Все прекрасно. Как, впрочем, и вся остальная часть нашего турне. Отлично. Скажите, а как гонорар? Мы получили всю сумму. Превосходно. Да, я забыл вас предупредить. Кроме основной суммы, будет еще небольшая добавка для вас лично. Наличными 30% от суммы гонорара. 30% – это огромная сумма. Но за что? За ваши красивые глазки. На обратном пути в вашем хоре произойдет маленькая замена. Вместо одного из мальчиков полетит другой. А ваш воспитанник вернется домой через пару дней. Но это невозможно. Возможно. Еще как возможно. Иначе вы, моя милочка, сядете у меня здесь в тюрьму. И надолго.
за пособничество в торговле детьми. Здравствуй, дядя Анатолий. Здравствуй, дорогой. Сколько лет мы не виделись? Ну, лет 15. А по-моему, 19. Ты тут один? Один. А зажигалки у тебя не будет? Нет. А у своего друга не спросишь, может, у него есть? Он не курит. Скажи, пусть подойдет. Приветствую вас. А, Дато. А вы кто? Очень приятно. Сань, скажи своему другу, что со мной не надо играть в шпионские игры. Нет, если не хочет называться, это его дело. Но ведь человек же, как-то надо к нему обращаться. Если, конечно, вам есть о чем со мной поговорить. А, вы в этом плане? Да, извините. Володя. Тогда и мне очень приятно. Извините. Сань, а это ваших рук дело? А, ну ясно. Можете ничего не говорить. Хотя, ты знаешь, ради дружбы с твоим отцом, я тебе во многом могу помочь. Там был мальчик, 10 лет. С ним девушка лет 25. Мы думаем, что они в Тбилиси. Их найти надо. Ну, если надо, найдем. Пойдем. Я теперь в отставке. Новые власти меня не жалуют. Но что было хорошо в Советском Союзе, то и меня, и твоего отца качественно учили. Очень хорошо учили. Это моя любимая тема. Могу говорить часа. А если по делу, им как-то надо вывести этого мальчика. Да вариантов-то много. Хоть на частном самолете. Продажных людей много. Но кроме того, что его надо вывести, его как-то надо ввести, я бы сыграл иначе, потоньше, похитрее. Как? Думаю, они поступят так же. Сегодня в Тбилиси из Севильи прибыл детский хор. Дети, а их немало, примерно того же возраста, что и ваш мальчик. Решение об организации концерта было принято вчера вечером. Визы сделали ночью, зал арендовали утром. Афиши расклеили тоже утром. А вот куда они поедут завтра, пока неизвестно. Вывести Сашу как одного из хористов – идеальное прикрытие. Вот именно. С вами играют серьезные ребята. Сань, извини, я бы хотел поговорить с Александром наедине, если вы не против. Что с тобой происходит, Саня? Да все в порядке. Да. Ты же знаешь, что я люблю наводить справки. Ходят слухи, что ты давно не в конторе. Это старые дела. А это что за дела с мальчиком? И этот человек, он кто?
Наверняка из конторы. Александр, пойми, у таких, как я и ты, мало выбора жизненного пути. Мы навряд ли можем торговать вот мороженым или вино продавать, нефть. Я тебя очень прошу. Будь поосторожнее и постарайся выпутаться. Дядь Датур, там мальчик. И эта девушка, она ни в чем не виновата. Фух, я все понял. Без глупостей. Шаг в сторону, и я убью ребенка. Здравствуйте. Все в порядке? Да-да. Извините, мы торопимся. Хорошо, хорошо. Thank you.
подстраховался. Мы слушали Катю и знали, что она собирает каких-то людей. Двоих из них я завербовал. А после того, как Захар взорвался, наш другой агент прекрасно выполнил свою работу. Ну что ж, хорошая работа. Надо к вам присмотреться. Спасибо, конечно. Но после вашей попытки устранить Захара, мы немножко насторожились. Так что деньги вам придется заплатить прямо сейчас. Ребенка получите через 30 минут. No, my friend, так не пойдет. Пойдет. Look at me. Пацан и девчонка заминированы в подвале. Do you understand меня me? Понял? All right, stop, okay? Shit, man, I understand, хорошо, okay? Я понял, хорошо. Я активировал таймер взрывателя. Так что, если через 7 минут не остановить, все умрут. Деньги давай. Гамарджо Бабако. Добрый день. Где сидит начальник вашей охраны? Скажи, его спрашивает полковник Арутюнов. Прошу вас. Гамарджо Бабако. Мне срочно надо посмотреть записи ваших камер. Что-то случилось? Я тебе потом все объясню, но это очень важно. Боже мой, деньги меня совсем не интересуют. Важно, чтобы все выдерживали свои договоренности. Ну что ж, завершим дело. Эсса Адалис, где это? Подземное хранилище. Мелани Плеймонт. Ваш конкурент мертв. Ребенок находится в подвале театра, и он заминирован. Взрыв будет через пару минут. Где деньги? Вы решили заработать на всех? А вам не все равно? Бомба точно взорвется? Точно. Если, конечно, я не успею набрать код на пульте. Вы думаете, вы очень умный? Не стоит. Почитайте Конфуция. Он много писал о таких, как вы. И предупреждал, как не попадать в плохие ситуации. Нам не нужна программа. Скоро мы создадим ее сами. Нам было нужно, чтобы программа не попала к конкурентам и не осталась русским. Вы нам очень помогли.
останется. Провод пропущен, подскочим. Только не двигайтесь. Все хорошо. Если уверены, что бомба взорвется, и бомба взорвется через минуту, то ваша миссия полностью выполнена. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Только не двигайся, ладно? Не двигайся. О, черт. Сань, как? Справишься? Не знаю. Жизнь покажет. Какой же перекусить-то, а? Не знаю. Я тебе не помощник. Но будь осторожен, сынок. Только не дергайтесь. Все закончилось. Ты ведь не спать. Все. Все позади. Все. Давай я тебе. Ошибся. Что это? Мне передали. Сашенька, что пришлось пережить тебе за эти дни? И как ты себя вел? Ты молодец. Конечно, ты молодец. Ты настоящий герой. И знаешь, ты бы очень сильно нам помог, если бы вспомнил, о чем вы говорили с папой в последнюю вашу встречу. Он назвал мне координаты. Неделю назад папа попросил запомнить это. 55 градусов 45 минут 4,73 секунд северной широты. 37 градусов 36 минут 30,28 секунд восточной долготы. Да, у Саши уникальная память. Если он что-то запомнил, то запомнил навсегда, можете быть уверены.
Я посмотрел. Это второй научный корпус библиотеки имени Ленина. А в последнем разговоре он попросил запомнить координаты Питера, Камберы и Абу-Даби. Я думаю, это номер лота и номера страниц. Ты можешь все записать, сынок? Ну, пошли. Скорее всего, там кодированное сообщение. Код наш личный, мой и папин. Я думаю, вы разберетесь. Ну а если не разберетесь, обращайтесь. Я вам помогу. Значит так, Екатерина, система такая. У вашего брата растет очень достойный наследник. Не сомневайтесь. Владимир, простите, а мы можем попрощаться? Ну так прощайтесь. Саш, пойдем. Ну что, тезка, давай будем прощаться? До пять. О! Силен? Когда обратно? Завтра. Надо заняться похоронами. Кстати, а ты в курсе, что мы можем с тобой вместе подрабатывать? Не в курсе. А как? Да очень просто. Вот мы с тобой оба Саши, так? Если кто-нибудь захочет, можешь встать между нами и загадать желание. И оно обязательно сбудется. Что, плохая работа, что ли? Неплохо. Можно начать с Кати. Так, давай, подождите, вставай. Я уже загадала. Да ты что? Да. Да? Да. А нам скажешь? Почему бы и нет? Я хочу, чтобы ты вернулся на родину. И вернулся к нормальной жизни. К нормальной жизни? Ты нам нужен. Нам? Нам. И мне тоже. Ну, тогда вернусь обязательно. Обещай. Обещаю. Только нужно закончить одно дело. Да, тезка? Сегодня дежурит такой красивый молодой человек. Знаете, не надо поднять тяжелую сумку, вы не поможете. Конечно, если только быстро. Обещал. Может, все-таки скажешь, откуда ты? А зачем тебе? Не, ну так, на всякий случай. Чтобы знать, на каком языке при тебе говорить не стоит. Вот видишь, а ты все говоришь, вырубить, вырубить. Есть более тонкие методы. И чего вас только учит молодежь? В следующий раз пальцем никого не трону. А сейчас давайте домой.